Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Добрый день, уважаемые зрители. Бүгін 4-ші маусым. Осы 4-ші маусым бітпейтін болды ғой. 4 июня 2023 год. Очень долгий день. Уже подустал. Но остался совсем недалеко до Алматы. Только что побывал в населенном пункте Кайнар. И сейчас отсюда выезжаю. И хочу заехать вот в последний населенный пункт на сегодня. Называется Койшбек. Он тоже находится вдоль трассы Алматы-Харгос. И было бы удобно сегодня туда заехать. Пытаюсь за сегодня посмотреть максимум мест. Так как на будущей неделе у меня, может, не будет свободных дней. Буду занят. И не смогу никуда выезжать. Ну, посмотрим. Время покажет. Что-то в этих краях совсем маков не видать. Или они уже отцвели. Снова на бетонке. Показывает, что здесь сейчас ехать буквально 15 минут. Подъезжаю к населенному пункту Койшбек. О, совсем недалеко от трассы находится, 2 километра. Здесь вот на заезде есть огромный такой забор. Здесь, кажется, раньше автозапчасти продавали. Или нет? Приму грунт написано. Бачок для мусора. И вот такая здесь тоже старенькая дорога. Вдоль дороги высажены деревья. По старым данным, здесь в ауле проживает примерно 2000 человек. Удобно. Койшбек. Так, дорога уходит налево и прямо. Так, ну давайте налево по асфальтированной. Вижу водонапорную башню. Так, здесь вот вижу мечеть. На въезде здесь есть какое-то озеро вот такое небольшое. А, нет, большое. Большое озеро. Автобусная остановка. Там вот мечеть и игровая площадка. Мечеть такая интересная, прям квадратная. Только что закончился урок.
И оказывается, рядом с мечетью здесь есть игровая площадка детская. Территория перед мечетью. Здесь в ауле незаметно газовые трубы. Видимо, сюда не провели, может быть. Так, выехал от мечети. Здесь, получается, есть еще футбольное поле. И в клетке есть, и обычное есть. Вот. И, получается, по этой центральной улице есть тротуар. Вот тут вот Хольшбек Казпочта находится. И я думаю, по данному тротуару можно дойти до школы. Обычно еще бывает дорожное освещение, но что-то его не видать. Вот тоже улица более-менее асфальтированная. И вправду газовых труб не видно. Кунаев Кучесе. Есть кабель от Казахтелеком. Вот здесь вот Кельбаллар Оклок. О, местная школа. Школа находится по адресу Садбаев Бер. Здесь уже тротуара нет. Улица Садбаева. Садбаев Кучесе. Также на карте отмечено, что рядом с аулом есть МТФ и есть кирпичный завод. Даже два кирпичных завода. И какое-то есть ТО «Молодит». Написано, что производство БАДов. В этой части, походу, асфальт старенький. Дюкен. Разливные напитки. Асфальт. Да, и вправду здесь дорога новая. И столбы даже новые, и есть освещение. Может, это новая часть аула? Так, здесь вот под конец заканчивается асфальтированная дорога. И идет вот такая обычная. Есть какое-то ограждение территории. На карте отмечено как МТФ, молочно-товарная ферма. Может быть, раньше была, а сейчас может быть какое-то хозяйство. Непонятно. Но там дальше я вижу старые бетонные заборы. Вижу какие-то развалины. И по соседству вижу вот эту вот новую территорию. Тоже новый забор. И все дела. Ну, видимо, кто-то здесь живет.
И по соседству вон там находится данный МТФ. О, здесь, оказывается, тоже есть асфальт. А, ну здесь совсем старый асфальт. Такой, ну, весь в дырках, разбитый. А МТФ, вот он, да, тоже развалины, разрушены. Местами сохранились бетонные заборы. Ого, вон там даже вот сосны сохранились. Но в целом, конечно, если их никто не спилил, то чтобы им и дальше не расти. Некоторые здания нормально так сохранились. Вот даже написали «продам». Так, в Ауле должен быть также медпункт или амбулатория. Памятников пока что не видел. Батпаганша. Ауылда тағы жүре тұрайық. Предлагаю еще немножко покататься по аулу. То самое озеро. И здесь напротив озера есть тоже заезд в аул. Алижан Дукен. Здесь вот тоже, видимо, Дукен. Абай Кучесе. Дорога по улице Абая так себе. Есть вот такая старая заброшка. Еще один магазин. Ловит сотовая связь, работает Теле2 Актив.
У Теле 2 здесь работает 4G интернет. Қонаев көшесі. Вот строятся новые дома тоже. Но местность здесь очень красивая. Сверху можно было это увидеть. Вокруг поля, вид на горы. А вот и медпункт. Көп салалы ауруханасы. Бәйтерек ауылдық округіне қарайды екен. Сельский округ Бәйтерек. Ну все, в целом, вроде все посмотрели. Давайте потихоньку выезжать из аула и возвращаться на трассу. А в дальнейшем домой, в Алматы. Получается, мы приехали слева, где вот остановка, а выйдем, давайте справа. Там тоже увидел, есть дорога. Ну, на карте увидел. И находится как раз то самое ТО Маладит. Конец населенного пункта Койшбек. С левой стороны большая территория. Кажется, это и есть то самое предприятие. Не знаю, там вроде какие-то у них теплицы, что-то выращивают. Может быть, поменялось предприятие. Если вы что-то знаете, то пишите в комментариях под видео. Так, уже вижу трассу. С этой стороны дорога в целом неплохая. До Алматы 41 километр. Время 7 часов вечера. В городе, как обычно, пробки. И уже не важно, будни, выходные, без разницы. Рахмет, сау болыңыздар. Спасибо и до скорой встречи.